Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Пора подумать о повседневной рутине. Это будет полезно и для вашего здоровья, и для вашей карьеры. Телец. Удачный момент для гармонизации общего состояния организма, для улучшения настроения. Можно позволить себе отдых в спокойной обстановке. Близнецы. Хорошее время для домашнего уединения. Вы наверняка найдете чем заняться, даже если надолго останетесь в пустой квартире. Рак. В это время важны любые мелочи и детали. Используйте свою наблюдательность, чтобы не пропустить нечто важное. Лев. Подходящее время для тщательной, детальной оценки своего материального положения. Возможно, навести ясность и порядок в профессиональных доходах. Дева. Подходящее время для тщательной, детальной оценки своего материального положения. Можно навести ясность и порядок в профессиональных доходах. Весы. Замечательный день, когда почти все события развиваются в соответствии с вашими вкусами. Контакты личного свойства могут занимать львиную долю вашего внимания. Скорпион. В это время мысли вертятся вокруг полезных или приятных мелочей. День подходит для приватного общения с коллегами и знакомыми, а также для обмена мнениями с родственниками. Стрелец. Вы поступите разумно, если начнете продвигаться к будущему короткими перебежками, а не семимильными шагами. День хорош для дружеского, родственного общения. Козерог. День удачен для профессиональных контактов. Разговор с коллегой может стать очень своевременным, полезным, уместным и иметь вполне реальные последствия. Водолей. Отличный день. Несмотря на рабочее настроение, не стоит торопить события, нагружать себя задачами. Достаточно придерживаться интуиции, и вы все успеете. Рыбы. Внимательнее присматривайтесь к привычкам и вкусам других людей. Поверьте, вовремя оказанная любезность, ненавязчиво предоставленная полезная услуга приведут людей, с которыми вы общаетесь, в полный восторг.